Всем, ребят, большой-большой привет, с вами Рувия, и игра, новая офигенная игра на канале под названием Best Battle Simulator. Это очень годная игруха, ребят, реально, заранее не судите, просто посмотрите, и вы сами все поймете. Короче, нажимаем сюда вот, выбираем, допустим, тундру и идем в каточку. Короче, суть игры такова. Вы берете, допустим, одно существо и ставите его против другого. Тем самым они дерутся и появляется победитель. Это реально очень годно, это очень классно. Такого контента на канале у меня еще не было. Но вот это будет первое видео по подобному, так сказать, контенту, короче. Ребят, заранее скажу. Если наберется реально много-много лайков, то этой игры в будущем будет гораздо больше. Ну, либо же она хотя бы когда-нибудь будет выходить. Короче, чуваки, смотрите. Допустим, я беру из животных, ну, к примеру, крокодила. Даже трех. Против них поставлю динозавра. К примеру, вот этого колючего динозавра. Ваша ставочка, кто победит, ребят? Я ставлю на колючего динозавра. Ну, погнали посмотрим. Нажимаем старт, и начинается жесткий бой. Я не понял. Ты чё, гадина? Как ты это сделал? Крокодил... Все? Ты их всех убил? Ты серьезно? Ребят, это дело мы так не оставим. Я помогу, знаете чем? Жирафом. У меня будет два жирафа на страже крокодилов. Ну что, гребаный динозавр, тебе хана? Давайте, мочите его. Давайте, ну, как так? Крокодил хорош. Красава, братюнь. Опа. Вот мы его и вальнули. Вот мы его и грохнули. В итоге изи-вин. Животные победили. Ну что, ребят, возьмем другого динозавра. Это... Нет, это сильно серьезный. Гоб его под конец оставим. Возьмем что-то маленькое, к примеру... Вот этих чувачков. Их довольно много, но они маленькие. Давайте, мочите! Животные, ребят, если что, заранее говорю, да, я за животных, так что глянем, кто же победит. В итоге, да, что-то было сильно изи. Гоб возьмем их немного побольше. Так. Гоб сделаем вот так вот. Да, их реально стало довольно много, и крокодилы с жирафами. Ломайте их. Офигеть, насколько они, ребят, изичные. Короче, эти динозавры реально сильно изи, и мои животные побеждают. Так что, как бы их мы убираем. Это сильно изи. Раптор. Ребят, раптор это уже довольно серьезно. Это, как бы, гораздо серьезнее, чем предыдущие маленькие-маленькие динозаврики. Короче, ставим, допустим, три штуки. Они уже реально большие, и во всех фильмах они довольно жестокие. Го, проверим, как же это в этой игрухе. Так, смотрим. Ну давайте, крокодил. Нифига! Гляньте, они замотали крокодила. Но подохли. А что если взять больше этих динозавров? Что если их взять вообще много? Нет, это сильно много. No. Короче, раз, два, три, четыре, пять. Ребят, у нас три крокодила и два жирафа. Это пять. И этих динозавриков тоже пять. Все честно, погнали. Смотрим. Давайте, мочите! Динозавры, нифига себе! Жираф, бедный жираф, братин, живи! Братка, нет! Жираф, размотай их всех! Крокодил, подождите. Все? Опять животные победили, черт возьми, ребята, они непобедимые. Гоу возьмем тогда больше динозавров. Гоу поставим еще вот, ну вот, еще. Вот столько? Я думаю, этого реально хватит, потому что что-то как-то довольно жестко. Много динозавров, такое количество животных. Мне кажется, нам хана, ребят. Но крокодилы, глянь, что делают крокодилы, они просто капец жесткие. Крокодилы! Мы что, стащили? Мы выиграли? Чуваки, крокодилы? Какие-то сильно мощные. Окей. Гоу возьмем. Вот этого типа, гляньте, как он жирный. Гоу поставим его одного и проверим, на что он способен. Погнали. Давай, хана вам всем, гопники. Гляньте, как кусает, капец. Гляньте, что он творит. Он монстр. Гляньте, он... Офигеть. Он что, слился? Да, его убили. Слушайте, он серьезно жестокий. Гоу поставим, короче, еще трех. Нет, еще двух, чтобы было три. Чуваки, вам хана, погнали. Так, три на пятеро, давайте. Нифига ты... Что вы делаете? Капец, бедная нога жирафа. Крокодилы. Вы что, все погибли? Я не понял. Ребят, динозавры победили. Окей. Ну что, типа, вам хана? У меня, знаете, что есть? Знаете, что у меня есть? Вы знаете, да? У меня есть белые... Белые медведи. Раз, два, три. Ну что, девочки, вам хана? А гоу сделаем 6, так как медведи немножко поменьше, они, в принципе, не динозавры, они немного слабее. Так что гоу, посмотрим, что произойдет. Погнали. Медведи, братцы. Нифига, блин.
Медведи, как вы так умираете? Блин, мишки, мне вас жалко, ребят. Мишка. Капец, ладно, окей. Помощь животным, пойду, знаете кто? Они. Буйволы. Ну что, буйволы вам тринды дадут, да? Уже испугались, бедные динозавры, вам хана. Давайте, тащите, ну. Как вы так быстро умираете, буйволы, ну? Кто-нибудь? Как так быстро? Чё за мощные типы? Ладно, ладно, хорошо. Раз так, то мы берем волков. Погнали. И сзади тоже. Нет, сильно много. Как их убрать, ребят, как их убрать? О, типа вот так можно, да? Да, можно, убираем, убираем, убираем. И, ребят, короче, план таков, да? Делаем вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот, вот так вот, все. Довольно много животных. Чуваки, ну валите их. Капец, волки, вы такие дрыщавые. Мишки, мишки, мишки. Медведи, красавцы, пацики. Настоящие гопники. Ну, один динозавр остался. Ты чё, затащил? Он, эта тварь затащила. Ладно, помощь животным. Знаете, кто придет? Кто это? Это птички, ребят, птички, погнали. Вы будете сзади. И сзади с этой стороны. Ну что, хана вам, гребаные динозаврики. Смотрим, птицы, нифига не жесткие. Подождите, они что, врезаются и умирают? Давайте, давайте, буйволы. Давайте, тащите, пацаны. Пацики. Да, изи вин. Мы их забрали, ребят. Мы разнесли гребаных динозавров. Ну что, животные вин. Да, я знаю, животные изи вин. А что, если вместо этих динозавров поставить более что-то серьезное? Гоу, поставим, допустим, Тирекса. Вася, Тирекс, мочи их, братюнь. Давай. Хотя, стоп, я же за животных, черт. Короче, смотрим, что произойдет. Ставлю, ребят, 100 копеек на то, что выиграет Тирекс. Погнали. Не понял, что за херня? Буст, Тим, и чё, в чем прикол? Чё? А так? В чем прикол? Почему не могу их поставить? В чем проблема? Ну, давайте тогда, не знаю, давайте тогда поставим что-то более, ну, другое, поменьше, может. Давайте поставим вот этих чипов. Нет, и они уже были. Гоу тогда вот это. О! Нихера! Птица? В чем прикол? Буст, Тимс, Нит. Короче, чуваки, убираем животных нахер. Убираем все это дело, и мы готовы делать заново. Смотрите, берем гребаного жесткого Тирекса. Тирекс погнал, хорош. Теперь, чуваки, короче, берем из животных, ну, к примеру, гориллы. О, чуваки, гориллы, офигенно. Погнали, раз, два, три гориллы. 6 горилл, 8 горилл. Чуваки, молите его. Гориллы, рррррр. Нифига себе. Чё вы делаете, гориллы, ядрить? Что с вашими руками не так? Вы чё? Кто победил? Гориллы, давайте, ну. Ну, почти, ребят, почти. Давай. Капец. Чё-то, ребят, Тирекс довольно жесткий. Предлагаю тогда помочь гориллам еще чем-то более жестким. Опа! Львы, нифига себе. Офигеть, сколько всего тут есть, ребят. Сколько всего тут есть. Я просто офигеваю, реально. Короче, 4 льва, дофига горилл и против Тирекса. Погнали. Жесткое мясо начинается. Братюнь, тащи. Братюнь. Ломайте этого гребаного Тирекса. Обезьяны, гориллы, ломайте его, давайте, долбите его жестко. Ну, да, нифига. Одна горилла. Я вижу эту гориллу, капец, она жесткая. Она завалила Тирекса, понимаете, горилла завалила Тирекса. Вот это я понимаю жестко, вот это понимаю классно. Ну что, чуваки, самое жесткое только начинается. Смотрите, мы берем, знаете что, берем трех, ребят, трех гребаных тирексов против огромной кучи львов. Погнали! Вот столько львов и вот столько львов. Это сильно много, у меня залагает. У меня тупо залагает. Давайте их уберем, потому что не хочу, чтобы у меня ком взорвался. Львы, прошу уйти. Уйдите, хорош, все. Гоу, проверим хотя бы так. Ну что, мочилово начинается? Давай! Львы, пацаки, тащите! Три Тирекса. Вы же их вольнете? Слушайте, но как-то сильно жестко. Вам не кажется, что три Тирекса это тема, которая непобедима, совершенно непобедима. Но в этом видео я постараюсь их убить. Короче, что у нас есть? Кто это? Какая-то херня. Так, кто это? Лев? Так. Жираф, ребят. Слушайте, а что если сделать вот так вот? Вот так вот. Ребят, вся армия животных поднимается против гребных динозавров. Животные вернутся, животные придут и убьют их нахер. А львы убьют этих гребаных животных.
В смысле, грёбаных динозавров. Погнали! Это мясо! Ну, чуваки, валите грёбаных тирексов! Жираф, жираф, хорош, давай, долби его! Давай! Братцы, ну, разваливайте, пожалуйста! Я вас верю, ребята! Да ладно! Тирексы! Вам хана! Окей. А что, если поставить тирекса против тирекса? Слушайте! А что, если сделать вот так? Он за нас, чуваки! Это тирекс за нас! Он наш, чуваки, он наш! Давай, ломай его! Хорош! Ты чё сдох? В смысле? Как так быстро? Я не понял. Ядрить! Чё это было? Я не понял. Слушайте, животные, ребят, поднимутся и убьют их всех. Я даже придумал, что мы сделаем. Смотрите, берем из животных птиц. Где тут птицы? Кто знает, где птицы? Это что? Опа! Гиппопотам! Чуваки, я придумал. Ставим их сзади, вот таким образом. И сбоку, и еще сбоку. Ну что? И сзади двух, трех. Хана вам, динозавры гребаные. Погнали. Ребят, сколько всего против гребаных трех динозавров. Чуваки, валите его, давайте. Давайте. Гиппопотамы. Вы молодцы, я знаю. Ну, гиппопотамчики. Чё? Я не понял. Как это вы сдохли? Гиппопотам, братюнь. Тирексы, я не понял. Хана вам, девочки. Короче, есть план капкан. Берем крокодилов. Ставим их вот, знаете, вот тут поставим. Понимаете, прям под хвостом, чуваки. Гляньте, под хвостами крокодила, офигеть. Вот. Не знаю, что сделать, чтобы их победить, ребят. Просто ставим всю армию, чтобы победить грёбаных трех тирексов. Я не знаю, что с ними делать. Погнали. Чуваки, валите его, давайте. Крокодилы, хотя бы кто-нибудь, ну заберите этих динозавров. Капец, сколько всего, какое мочилово. Хотя бы одного вольните, а. Крокодилы. Ну, братцы. Опа. Мы что, его вольнули? Или нет? Я не понял. Подождите. Короче, последняя, ребят, крайняя попытка их убить. Крайняя. Короче, есть план, правильно? Берем птиц, берем много птиц. Они берут и летят на этих динозавров. Погнали! Просто, ребят, атака из птиц. Животные поднялись против грёбаных динозавров. Опа! Опа, минус тирекс. Хорош. Минус 2 тирекса и минус 3. И да, мы их замочили, чуваки. Это было жестко. Да, это жестко. И, в общем-то, это было реально классным. Короче, в этом видео мы одолели 3 тирексов. Но в следующих видео вас ждет реально много-много чего интересного. Так что... Если вам нравится что-то подобное, то обязательно ставьте ваши лайки. Будет много лайков, будет много различных интересных видео. И, ребят, если вы вдруг не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь прямо сейчас. Я вас тут реально жду. Всем желаю удачи, всем пока и до скорой встречи.